Зачем девушку-то забрали? Можно отобрать? Украина гарантирует каждому российскому солдату, который сдастся в плен, три вещи. Первое. С вами будут обращаться цивилизованно, в соответствии со всеми конвенциями. Второе. Никто не узнает обстоятельства того, как вы сдались в плен. Никто в России не узнает, что ваша сдача в плен была добровольной. И третье. Если вы будете бояться возвращаться в Россию и сами не захотите обмена, мы найдем способ обеспечить и это. Украина сделает все для своей победы. И каждый гражданин России должен понимать, никакие ухищрения оккупанту не помогут. Я вам обещаю.